Чем еще отметить закрытие зимнего сезона, как не турниром по картингу, который проходит на импровизированной трассе в парке Сокольники. И название его более чем символичное – «Разрушители льда». Здесь пилоты в буквальном смысле слова обнажают асфальт. Это второй открытый турнир по картингу, где принимают участие как профессионалы, так и любители. Встречаем весну, потому что сегодня плюс 13, а еще мы смотрим, как ездят чемпионы настоящих профессиональных гонок. Я очень рад выступать с чемпионом Лимана в одном заезде. Из профессионалов здесь можно было увидеть российских спортсменов, участвующих в турнирах мирового уровня, и ветеранов раллийных гонок. Задачей пилотов было не только правильно выбрать траекторию и безошибочно проехать по ледовой трассе, но и в буквальном смысле разрушить лед. Своими действиями на треке гонщики с легкостью превращали его в воду. Это второй комбинезон я взял моего друга Жени Аксакова, потому что первый был в таком состоянии. Еще одним ярым противником льда в этот день был Михаил Алешин. Да, разница просто в том, что, скажем так, на кольце сцепление намного лучше с трассой, вот, а здесь у нас лед, здесь у нас шип, который вообще для этой машины не предназначен. И если просто ты там чуть больше на газ нажмешь, сразу вылетишь. Среди профессионалов первое место в турнире взял пилот SMP Racing Виктор Шайтап. Гонщик признался, что это лучшая тренировка как для картингиста, так и для обычного автолюбителя. Машина зимой, в принципе, задний привод особенно, она управляется больше газом в основном, да? То есть рулем ты только как бы задаешь изначально, что ты хочешь сделать, ну, вход. А уже все остальное управляешь 80% газом. Поэтому я считаю, что картинг – это, наверное, основа основ. Поэтому он очень много дает. Но впереди пилотов ждет грядущий сезон, который начнется совсем скоро.